Всем привет, ребят, с вами Артполу, и сегодня мы поиграем в Bed Wars. Ну что ж, поехали. И начинается наша первая игра. Мы играем на карте Lotus. 8 на 2 режим. Лутаем, давайте, ресурсы и построимся на центр. Уж на центр спавнится эмеральды, который нам поможет. Очень сильно, кстати. Так. Все, мы глутали нужное количество. Покупаем себе шерсть. И кладем все лишнее в сундук на сохранение. Вот, все, мы застроили нашу кроватку. Строимся туда. Мы построились на этот остров, ребят, и давайте построимся на центр. И главное, чтобы сейчас меня кто-то не столкнулся с ним. Это просто главное. Но нет, ребят, меня не сталкивают, мне повезло. И давайте собирать эмеральды. Так. Берем наши драгоценные изумруды, купим нашу кроватку, 8 изумрудов. Так, там белый строит все-таки. Не надо купим нашу кроватку. Он на чем видит? Привет. Смотрите, он читер, ребят, смотрите. Просто читер. Ну ладно. Значит, в этого читера мы еще сыграем. Давайте напишем репорт. Ладно. Чем? Так, не понял. А, вы же репорт написали. Все, мы на нем написали репорт, ребят. За его читерство. И его как раз таки сломали. Смотрите, он отомстили просто. Для меня. Так, давайте. Покупаем блоки. И бежим на центр. Вообще очень хорошо то, что этого читера убили как раз таки в первую минуту игры. Так, пока здесь эмеральдов нету. Тут все залутало. Тут аква. Ну что, аква, давай ПВП. Потому чтобы этот чувак тоже не оказался читером. Вон. Мне кажется, он тоже читер, смотрите. А, не, не читер. Мне просто так показалось, ребят. Так, собираем эмеральды. Так, не собрал эмеральды. Наш тиммейт прокачал остроту. Молодец, так. Эмеральды у нас в кармане. Нормально. Давайте оставим это в сундуке на обсидиан. Так. Бежим на нашу базу. Рыдов, кстати, сломали наш сосед, так что они не будут нам мешать. Положим это в сундук. Прокачаем себе броню. Так, все. Все, что нужно было, я сделал. Покупаем чешуницу. Вообще имба при ПВП, советую, ребят. И давайте пойдем на гринов. Мы сейчас их там за ПВПшим и зарашим их палатку. Воу, ребята, их атакуют еще. Они меня с побудки не видят. Все-таки меня этот чувак увидел, смотрите. Меня скинул. Ну, зато мы сломали кровать, ребят, все нормально так. Нормально так, вообще все нормально. Покупаем себе хороший меч. Чешуницу. Волков. Погнали, их добьем. Очень хочется их добить, конечно. Чтобы заполучить их алмазики. Погнали к ним на базу. К ним еще и желтый идет. Вау, круто. Но все-таки передумал идти на них. Странненько. Вот, я надеюсь. Так. Ко мне
этот чувак идет. Все, я его в комбо завел и попробую сейчас этого убить. Не, не получилось. Он меня в комбо завел. Погнали того чувака добьем. Так. У них там еще желтый на базе бегает. Нормальненько. Давайте убьем желтого. Ну что, привет, желтый, привет. Как у тебя дела? Так, Михаил, хорошо расстроен. Это плохо для меня. Ну, давайте не пойдем на них, конечно, не пойдем. Потому что это очень опасно сейчас будет с моей стороны. И мне, походу, на базу никак вообще не пробраться. Вот, просто вот никак. Или даже как можно. Давайте устроим синьер. Ой, эпиксель опять лагает. Своим лаговым блоком. Погнали. Интересно, наш тиммейт догадался то, что... Так. Желтый что там делает? Он, интересно, догадался то, что Эмирали на обсидиан. Или он их пылесосил просто так? Нет, он вообще не пылесосил, круто. Пойдемте на центр, возьмем побольше эмеральдов, чтобы закупить обсидиан. И их здесь нет. Кто-то пылесосил. Надо того чувака вести в комбо и убить. Ага, вот. Аква, привет. А я тебя давно так ждал. Мы его убили, он не будет нам мешать. И давайте лутаем эмеральды. Так. И бежим на нашу базу покупать обсидиан для нашей кровати. Главное, чтобы сейчас наш это желтый не зарашил, конечно. Все, мы залутали изумруды. Нам желтый идет. Нам желтый идет. Так, аккуратнее. Все, я на базе. Покупаем изумруды, ребят. Все, мы купили изумруды. Ой, обсидиан. Извиняюсь, заговариваюсь очень сильно. Ага, к нам бежит желтый. Смотрите, у него антикнокбэк. Что за читы такие? Все, я его убил, обалдеть. Я как будто убил читера. У него, знаете, антикнокбэк, реально. Нашего тиммейта сейчас там могут убить. Иди сюда. У них там жесткое ПВП, конечно. Он меня сейчас завел в комбо. Его сейчас аква подобьет немножко. Все-таки хорошо то, что я успел застроить нашу кроватку по обсидиану. Нас хотел напасть, но не напал. Не боялся нас. Купим 2 стака блоков. Так. Что мы делаем? Мы идем на центр, ребят. Самый такой оптимальный вариант. Мы построились в нашем прошлом пути. Так. Может пойти попробовать зарашить аку? Как он такая идея? Он какой-то очень жесткий читер, это тоже походу? Нет, он тоже не читер. Все, я их зарашил, круто. Круто, круто, еще раз круто. Жалко, что, конечно, я умер. У меня мало ПП было. Сорян, ребята, что я обзываю их читерами, но мне так просто кажется, первую секунду. Так, на нас напали. Это был дерзкий желтый, которого я убил вместе с этим чуваком. Положим в сундук нашу желтую. Берем желтый по растакам.
и идем кого-нибудь там поубиваем этим. Странные люди, конечно, пытаются на нас напасть, хотя видели то, что у нас обсидиан стоит. Странные. Кто у нас там еще остался? Желтые и пинки. Кого осталось зарашить? Ну, пинков-то легко зарашить, по-моему. Давайте попробуем убить этого пинка. О, он тоже хорошо получается, смотрите. Все, я его убил, да ладно. Я убил чувака в алмазке. Нормально. Ой, там еще один пинг! Ай, упал. Ну и ладно. Там себе немножко лучше. О, чувак мне умирать дает. Спасибо, спасибо. Так. Можем пока что сундук. Мне не нужно они пока что. Просто. А мне нужно золото, понимаешь, чувак? Золото. Вот золото много. Пошли, очень важно. Купим TNT, сейчас пойдем рашить пинг. Ой, пинг идет на нас. Вот он какой-то, смотрите, это я до него даже не могу достать. Либо читер, либо это я. Косой такой. А что наш чёрт на него пошёл, с ним было очень мало хп. Вот, вот я не понимаю, как он так делает вообще? Бежали за ним, как раз-таки на его базу. Обходим. Обходим, обходим. Блин, нет, нет, там его тиммейт прибежал. Там не убегать, да? Или нет? Или, да, давайте побежим на него, быстро, быстро, быстро. Бежим на него, на этого пинка. Давайте бежим на пинка, быстро, быстро, быстро. Наш чувак упал. Мой тиммейт, точнее. Бежим быстрее сюда. Сейчас будет атака. Так. Бежим, попробуем их добить. Вот он, построим проход. На центр. Через алмазы. И не побежал на свою базу. И даже не знаю, как это называть. Пойдемте его добьем, попробуем. Ну что, он где там? Фербу, наверное, закупает. А я же тут... Что, не ожидал, да? Или кто это была? Девочка, наверное, я не рассмотрел. Сорян, ребят. Давайте купаемся в хорошую броню. И, наверное, превращаем себе в форж. Golden Forge, чтобы хорошо шли ресурсы. Ставим сюда кирочку. Купим себе чешуйку. Что они с ним купили? Так. Остался один пинг. Не знаю, где он. Да, это матч. То есть он идет сейчас на Афру, по-моему. Ну, ладненько, давайте посмотрим, где этот пинг. Я его не вижу. Пойдемте побегаем. О, Аквы. Вот Аква, смотрите-ка. Ой, вот он опасный прям. Прям, смотрите, опасный. Из лука умеет стрелять, да ладно. Давай, иди сюда, иди сюда. Честно, ПВП, давай. Давай, иди сюда, иди сюда. Я иду, давай, иду, иду. А что, если я кину ему шишуницу, ребят? Давайте киданем ему шишуницу. И с этого времени мы пробегаем к нему. Давайте замесим его. Все, мы его убили.
Наша тим, нашу команду рашит. Быстрее, быстрее бежим. Походу рашит, ребята, не знаю. Бежим быстрее на нашу базу. Нашего тиммейта скинули просто. Очень страшно сейчас становится. Так, там желтый. Желтый с этой броней. Плохим мечом. Простите. Бежим на нашу базу. Там рашит нашего тиммейта. Пинки были разломаны полностью. Как бы так можно сказать. Его кинул наш тиммейт. И остался только желтый, ребята. Одного желтого просто на изи зарашить. Давайте купим побольше тентишек и купим себе, не знаю, там, броньку, наверное, прокачаем. Все, мы простроились на наш остров. Нормально. Апгрейдс. Наш тиммейт прокачал очень хорошо, кстати. Давайте купим маньяк маньяк и маньяк фоксик. Купим тентишки. Чешунец. Да, чешунец, а не шунец. И погнали на желтый. Вот, сейчас надо убить, чтобы быстрее закончить эту серию. Потому что уже она очень долго идет. Правда, не знаю сколько. Вон вижу желтого. Желтый бежит на нас. Сейчас мы зарашим желтого. Он упал. Все, ребят. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Арпалу, ребят. Всем удачи и всем пока, ребята.